С Владимиром Владимировичем, которого я бесконечно уважаю, Владимир Владимирович, я встречался не один раз, и наши разговоры были довольно интересны, по крайней мере, для меня. Вот. Я сейчас бы, если с ним встретился, я бы повторил то, что я ему уже говорил. Культура, культура. Без культуры ни нации, ни будущего, ни страны не может быть. Он, кстати, мы с ним это обсуждали, и он это тоже прекрасно понимает. Сейчас объявлен год литературы. Литература. Почему год литературы? И год культуры был. А потому что там наверху, и мы понимаем, что на этом стоит вот страна. Без культуры, без духовности, без образования, без такого, знаете, полета, без чувства прекрасного. Не случайно Достоевский сказал, красота спасет мир. Именно красота спасет мир. И мы эту красоту должны воспитывать сегодня. И на тех образцах, которые нам дали классики, и на том, что мы сейчас делаем.